день зрители и подписчики моего канала сегодня мы с вами будем вязать очень ажурную воздушную шаль на дисконтной карточке пряжу я буду использовать ализе кидмахер в 50 граммах 500 метров и это цвет 143 для работы буду использовать крючок номер два и, естественно, нам понадобится любая дисконтная карточка. Как вы видите, пряжа Kid Maher очень тоненькая, потому шаль будет ажурная. Начинаем вязать из воздушных петель. Набираем для 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Теперь провязываем столбик с накидом в первую воздушную петлю. Это мы с вами провязали первую ячейку. Теперь для подъема провязываем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем вязание. И еще вяжем 2 воздушных петли. 1, 2. Всего у нас получилось 6 воздушных петель мы провязали. Теперь провязываем столбик с накидом. Вот просчитываем 1, 2, 3. И в четвертую воздушную петлю провязываем столбик с накидом. еще 2 воздушных петли 1 2 и столбик с накидом провязываем в эту же воздушную петлю это уже 2 ячейки снова 4 воздушных петли 1 2 3 4 поворачиваем вязание еще 2 воздушных для ячейки и с этого края, вот там, где у нас наш хвостик, там, где вот мы начинали, с этого края мы всегда прибавляем плюс один треугольничек. И потому мы провязываем столбик с накидом. Там где, мы провяз... там, где мы набирали воздушные петли. Теперь 2 воздушных петли. И в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом еще две воздушных и здесь в четвертую вот от снизу или один два в третью в третью от столбика воздушную петлю провязываем столбик с накидом вот наш треугольник расширяется и увеличивается еще один, два, три, четыре воздушных и еще плюс две, один, два. Всего шесть воздушных. Повернули вязание. Там, где у нас столбик с накидом, в него провязываем столбик с накидом. Две воздушных петли. В столбик с накидом провязываем столбик с накидом. Еще две воздушных. И здесь один, 2 и в третью воздушную петлю провязываем столбик с накидом. И с этой стороны мы делаем расширение 2 воздушных петли. И снова сюда провязываем столбик с накидом. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание. Вот такой у нас треугольник и столбик с накидом провязываем туда, где вязали воздушные петли, еще две воздушных петли и в столбик провязываем столбик 2 воздушных петли, в столбик в столбик, вяжем филейным вязанием. 2 воздушных петли и в третью воздушную провязываем столбик с накидом 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 повернули вязание в столбик провязываем столбик 2 воздушных снова столбик в столбик 2 воздушных столбик в столбик 2 воздушных столбик с накидом 2 воздушных петли и теперь снова в третью 1 2 3 столбик с накидом 2 воздушных петли и с этого края мы с вами делаем расширение и снова провязываем сюда столбик с накидом 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 поворачиваем вязание с этого края там где у нас вот наш хвостик мы оставили мы всегда делаем расширение снова сюда же провязываем столбик с накидом 2 воздушных и далее вяжем так, как мы с вами вязали. 2 воздушных и столбик в столбик. 2 воздушных. Столбик в столбик. 2 воздушных. Снова столбик. 2 воздушных. Столбик. 2 воздушных. И в третью воздушную петлю провязываем столбик. Снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повернули вязание. И вяжем столбик в столбик. 2 воздушных. Столбик 2 воздушных. Столбик с накидом 2 воздушных. Столбик с накидом 2 воздушных. Столбик с накидом 2 воздушных. 2 воздушных. И как обычно здесь делаем расширение столбик 2 воздушных. И сюда же провязываем еще один столбик. Еще делаем 6 воздушных петель вяжем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 повернули вязание с этой стороны делаем расширение вот столбик столбик далее вяжем филейным вязанием 2 воздушных чередуем со столбиком с накидом и так вяжем до конца ряда 2 воздушных столбик 2 воздушных столбик 2 воздушных столбик еще 2 воздушных и в третью воздушную петлю провязываем столбик 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 повернули вязание и снова вяжем филейным вязанием чередуем 2 воздушные петли и столбик и так довязываем до конца 2 воздушных столбик, 2 воздушных столбик, 2 воздушных столбик, снова 2 воздушных. И с этого края, как обычно, делаем расширение. В третью воздушную петлю провязываем столбик с накидом, 2 воздушных. И сюда же провязываем столбик с накидом. И вот мы Провязали наш треугольник первый. И посчитаем теперь все наши ячейки. Вот снизу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И по другой стороне считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас со всех сторон получается по 10 ячеек вот такой равносторонний треугольник. И теперь переходим к вязанию второго треугольника. Но мы его будем вязать не до конца и вывязывать ажур на дисконтной карточке. Снова набираем 6 воздушных петель. Один, два, три, четыре, 5, 6. Поворачиваем наше вязание и провязываем столбик с накидом в ту воздушную петлю, в тот столбик, вот где мы провязывали воздушные петли. Вот провязали. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных. Повернули. И с этой стороны, там где у нас хвостик, мы продолжаем всегда делать расширение третью воздушную петлю ниточка очень тоненькая провязываем столбик с накидом 2 воздушных и столбик с накидом снова 6 воздушных 1 2 3 4 5 6 повернули вязание и в этот же столбик, где набирали воздушные петли, провязываем столбик с накидом. Еще 2 воздушных, столбик 2 воздушных и в третью воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Теперь мы будем вывязывать с вами ажур. Теперь провязываем 7 воздушных петель 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. и будем присоединяться к первому нашему квадрату. Отсчитываем 1, 2 и в 3 вот ячейка. И получается вот в этот столбик после этой третьей ячейки 1, 2, 3 мы провязываем столбик без накида. делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание и по этой цепочке провязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можете пододвигать. 7, 8, 9, 10 и 11. Вот мы провязали 11 столбиков без накида. Теперь там, где у нас вот при, мы дошли до нашего треугольника, там, где у нас столбик с накидом, в него мы провязываем столбик без накида и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Почему 5? Потому что мы сделали один столбик без накида, это как воздушная петля. Теперь в столбик провязываем столбик, 2 воздушных петли. В столбик вяжем столбик, мы продолжаем довязывать наш треугольник. 2 воздушных петли, в третью воздушную петлю провязываем столбик и с этой стороны. Мы делаем расширение 2 воздушных петли и снова сюда провязываем столбик с накидом. Вот так. Теперь 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание. Сюда же провязываем столбик с накидом. 2 воздушных петли, снова столбик с накидом, 2 воздушных петли, столбик с накидом, 2 воздушных, столбик с накидом, 2 воздушных петли и в третью воздушную провязываем столбик с накидом. Вот мы довязали еще две ячейки после нашей цепочки и всего у нас вот получается считаем чтобы вам было видно вот как это все получается и просчитываем 1 2 3 4 5 ячеек и снизу у нас 1 2 3 4 5 ячеек равное количество и теперь снова будем провязывать воздушные арочки. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Там, где у нас были столбики без накида, вот на предыдущей нашей арочке. Приблизительно, так как ниточка очень тоненькая, приблизительно находим середину. Если вы вяжете более из плотной пряжи, тогда находите вот шестую, шестой столбик и в него провязываете столбик без накида. Снова вяжем 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель и на втором квадрат на втором треугольнике мы присоединяемся пропускаем 1 2 3 ячеечки и вот после третьей в столбик провязываем столбик без накида вот снова чтобы вам было видно и понятно на первом треугольнике вот откуда у нас идет рабочая нить, мы получается 2, 2 ячейки пропустили. А вот на нашем втором, в котором мы присоединяемся к треугольнику, мы пропускаем 1, 2, 3 ячейки. Делаем воздушную петлю и поворачиваем наше вязание. И по воздушным петлям провязываем 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 Провязали 9 столбиков без накида по первым воздушным петлям и переходим на Вторую арочку из воздушных петель здесь провязываем 5 столбиков без накида 1, 2, 3, 4, 5. Провязали и набираем цепочку из 6 воздушных петель 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повернули вязание. И вот по первой арочке, по которой мы вязали 9 столбиков без накида, находим середину и провязываем столбик без накида. Делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание. И теперь нам понадобится наша дисконтная карточка. Под эту арочку заводим крючок, вроде как провязываем столбик. Без накида и вытягиваем длинную петельку. И теперь берем дисконтную карточку и одеваем эту петельку длинную на дисконтную карточку. Это у нас первая петелька. Теперь снова захватываем нашу рабочую нить, выводим ее вот из-под арочки сделали петельку захватили снова рабочую нить и через эту петелечку достаем нашу длинную петельку и одеваем на дисконтную карточку это вторая петля снова захватили давайте чтобы вам было лучше видно захватили рабочую Нить снова вот захватываем. Так. Захватили. Вот рабочую нить через петелечку выводим и одеваем на дисконтную карту. Снова берем рабочую нить. Захватили. И одели и таких длинных петелек у нас должно получиться 20 штук набираем самостоятельно вот мы набрали 20 длинных петелек вот посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 петелек. Далее у нас остался, вот осталась недовязанная арочка из воздушных петель. Но для начала нам нужно закрепить еще нашу ниточку. Там, где мы вязали вот столбики без накида, в последний столбик в серединку вкалываем наш крючок и захватываем рабочую нить и протягиваем нашу ниточку и делаем одну воздушную петлю для закрепления теперь мы можем снять эти длинные петельки с дисконтной карточки и далее по воздушным петлям довязываем еще 4 столбика без накида 1 2 3 и 4 вот мы довязали их теперь переходим на вывязывание далее нашего треугольника в столбик провязываем столбик без накида там где треугольник 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и снова продолжаем вязать филейным вязанием. 2 воздушных петли столбик с накидом 2 воздушных петли столбик с накидом 2 воздушных столбик с накидом 2 воздушных и с этой стороны там где вот у нас хвостик у нас расширение в третью воздушную петлю провязываем столбик с накидом 2 воздушных и столбик с накидом 6 воздушных петель для подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание. Сюда же провязываем столбик с накидом, 2 воздушных. Столбик с накидом, 2 воздушных. И так вяжем филейным вязанием. 2 воздушных столбик с накидом 2 воздушных столбик с накидом 2 воздушных и в третью воздушную петлю провязываем столбик с накидом 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 поворачиваем вязание и Снова филейное вязание: столбик столбик и 2 воздушных петли, и так вяжем до конца ряда 2 воздушных, столбик столбик, 2 воздушных, столбик в столбик, 2 воздушных столбик, столбик, 2 воздушных. И снова делаем расширение нашего треугольника. Столбик, 2 воздушных. И сюда же провязываем в третью воздушную петлю столбик. С накидом 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 повернули вязание для расширения треугольника сюда же провязали столбик с накидом, 2 воздушных, столбик столбик, 2 воздушных, столбик столбик, 2 воздушных, 2 воздушных столбик в столбик, 2 воздушных. Две воздушных, столбик в столбик, две воздушных, столбик в столбик, и вот сейчас обратите внимание мы будем присоединять наши длинные петельки к нашему одному треугольнику и второму. Давайте посчитаем ячейки. Снизу считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ячеек. И с этой стороны у нас тоже должно быть 9 ячеек. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ячеек. Получается, вот после последних... Воздушных вот этих вот арочек там, где мы провязывали со столбиком э, с, без накида, мы провязали еще один, два, три, еще четыре ячейки. И после них начинаем присоединять наши длинные петельки. Теперь нам нужно провязать 2 воздушных петли один. 2 и первую петельку нашу длинную за под нее вот так заводим крючок захватываем и провязываем 2 воздушных петли под вторую главное чтобы вы их не перепутали а так чтобы они и шли все поочередно столбиком без накида 2 воздушных петли столбиком без накида присоединяем 2 воздушных столбиком без накида и так вяжем самостоятельно когда мы присоединили последнюю длинную петельку делаем 2 воздушных петли и присоединяемся вот к нашему первому треугольнику в самую верхнюю ячейку в серединку столбиком без накида. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот такой ажур. Из кидмахера получается очень легкая, очень красивая ажурная шаль. И вот мы присоединились к нашему самому первому треугольнику его вершине. Теперь набираем 3 воздушных петли. 1, 1, 2, 3. Повернули вязание. И теперь будем захватывать, будем провязывать арочки. Арочки из воздушных петель. Вот там, где у нас были воздушные петли между длинными петельками, вот под нее мы будем захватывать и провязывать столбиком без накида. Три воздушных петли. И снова между длинными петельками под арочку провязываем столбиком без накида. Три воздушных петли и под следующую тоже три воздушных петли и между длинными петельками. Там, где у нас были две воздушные петли. И так довязываем до конца. Вот мы с вами провязали 19 таких арочек и двадцатую последнюю арочку провязываем вот между длинной петелькой и треугольником закрепляем столбиком без накида вяжем снова 3 воздушных петли 1 2 3 в предыдущем ряду вот у нас было 20 арочек из трех воздушных петель мы набрали 3 воздушных петли первую арочку мы пропускаем а провязываем под вторую столбиком без накида снова 3 воздушных петли и под следующую арочку вяжем столбик без накида еще арочка столбик без накида столбик без накида и так вяжем до предпоследней арочки далее я покажу как вязать вот мы провязали с вами 18 арочек а 19 мы вот эту в предыдущем ряду пропускаем одну арочку, а за ней провязываем столбиком без накида. Делаем воздушную петлю, поворачиваем наше вязание и теперь в каждую арочку будем делать обвязку. Столбик без накида, 3 воздушных петли, снова столбик без накида, Три воздушных петли, сюда же столбик без накида, три воздушных петли, и еще провязали три воздушных петли, и снова столбик без накида. Вот так выходит. Так вот получается. Под следующую арочку провязываем столбик без накида. В следующую провязываем столбик без накида и будем вязать, вот как в первой с воздушными петлями: 3 воздушных петли, столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида, 3 воздушных петли столбик без накида. И в следующую, под следующую арочку вяжем столбик без накида. И так чередуем вот с воздушными петлями и со столбиком без накида до конца ряда. И в последнюю арочку мы тоже провязываем с тремя воздушными петлями. 1, 2, 3 воздушная петля 1 2 3 столбик без накида и еще одна 1 2 3 и столбик без накида вот у нас должно их получиться 10 арочек с воздушными петлями считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. И теперь мы переходим снова до вывязывания нашего треугольника, потому что в каждом треугольнике должно быть по 10 ячеек. Вот так само, как в первом. У нас получается 10. Во втором мы провязали только 9. И теперь мы будем провязывать последний десятый ряд в треугольнике. делаем одну воздушную петлю и присоединяемся к столбику с накидом там где в треугольнике 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и вяжем столбик в столбик 2 воздушных столбик в столбик 2 воздушных и столбик в столбик 2 воздушных столбик в столбик 2 воздушных 2 воздушных снова столбик в столбик 2 воздушных столбик в столбик две воздушных и здесь мы сделали расширение добавили еще одну ячеечку и вот так мы с вами провязали вот в части нашей шали во второй части я вам покажу как мы будем увеличивать количество вееров в нашей шале Всем спасибо за внимание. До новых встреч.